Приготовились? Камера? Да. Начали. Во Владивостоке сняли фильм про героя-матроса Алдара Цыджинджапова. Лента под названием «9 секунд» расскажет о том, как 19-летний юноша ценой своей жизни спас 348 человек экипажа и корабль «Быстрый», предотвратив мощнейший взрыв на миноносце. Рассказать всей стране о подвиге взялся режиссер Олег Штром. Для молодых мальчишек, да и девчонок, пример своего сверстника, обычного парня, который, в общем, не отличался в школе никакими особыми талантами. Но вот он, на мой взгляд, показателен, что можно не только вот свою жизнь потратить на то, чтобы просидеть в гаджете и умереть в старости. Да, действительно, его жалко. Да, действительно, парень ушел из жизни в 19 лет, но он живет до сих пор с нами. И его поступок настолько достоин, что молодым людям стоит все-таки задуматься, зачем они живут. Когда у тебя есть такая основа, это и большая ответственность, и, значит, я просто обязан сделать настоящее, мощное, хорошее кино, которое будет принято зрителями. В кино роль Алдара Цыджинджапова исполнит 24-летний актер из Бурятии Бато Шенжонов. Перевоплощается в Алдара актер едва ли не каждый месяц. В родном Бурятском академическом театре в память о герое поставлен спектакль «Алдар 9 секунд». А вот в кино мужчина себя пробует впервые. Мне кажется, я по-новому увидел все-таки ценность жизни, именно когда погружаюсь. 19 лет, мне сейчас 24, и парню было 19 лет. Я помню себя в 19 лет, это просто, у него все было впереди, но он все-таки не боясь, а он мог бы убежать на самом деле. Он бы мог бы убежать, но он этого не сделал, он остался и докрутил этот винтик. Команда кинокомпании «Каро Продакшн» готовилась к съемке фильма около 2 лет. Для разработки сценария специалисты лично общались с родителями, родственниками, друзьями, сослуживцами и учителями Алдара. Часть сцен была отснята в доме и школе, где герой провел свое детство. А дальше бригада переместилась во Владивосток, где проходила служба. Продюсер фильма Юрий Обухов отметил, что снимает уже вторую картину в дальневосточной столице, и для него это настоящее удовольствие. И даже более чем удовлетворен, потому что, знаете, какое-то внутреннее такое состояние того, что в принципе сделали то, что хотели. А это очень важно в нашем деле, когда получается, по крайней мере, вот на сегодняшний момент, что ты удовлетворен. Утром 24 сентября 2010 года, когда весь экипаж эсминца «Быстрый» находился на борту и готовился к боевому походу, в машинном отделении корабля вспыхнул пожар. Алдар, заступивший на дежурство, сразу кинулся устранять утечку топлива. Около 9 секунд он перекрывал вентиль, чтобы предотвратить масштабную катастрофу. После устранения утечки он смог самостоятельно выбраться из захваченного пламенем отсека, получив сильнейшие ожоги. Врачи Тихоокеанского флота 4 дня боролись за его жизнь, но 28 сентября его не стало. Алдару Цыджинджапову было присвоено звание Героя России. Также его именем назван военный корабль. Матрос Коломин. Я. Матрос Цыджинджапов. Герой Российской Федерации. Матрос Цыджинджапов Алдар Батырович. Героически погиб при ликвидации пожара. Навечно зачислен в списки личного состава экипажа. Премьера фильма «9 секунд» состоится уже в следующем году. Анна Дьякова, Денис Фадеев. Новости на Восьмом.